علای کردگی خانومشان زنشون اوزبیک مردم میگوید خاطر بلسه قابل و عقل و رسا شاق ایتر ایرنه گر بلسه کدا سپاسیبه بم یا دبا جان امید درست میدید روزه امران یه надоело ждать его с гастроли. Она послала ему ультиматум: Яхубджон, хватит, дети растут, пора тебе остановиться от гастроли. И Яхубджон послушался, Яхубалай уволился с филармонии, ушел из театра и пошел работать в Таджикский государственный комитет по телевидению и радиовещанию. С того времени жизнь у нее началась другая совершенно. Он после концерта приходил домой, он бывал рядом с детьми, дети его видели, радовались. Но он аккомпанировал ансамбль Шашмаков. В этом ансамбле Шашмаков пели «Нельо Амин», «Барной Схохол». И вот сегодня ее дочь, Оля Бадалбаева, пришла выразить свои соболезнования. Я представляю слово Олечке Бадалбаевой. Дуктори Барной Схохолки. Болар Курито Олечка Омданышана. Бахтыки. Яхуб Алайов дойра мида монан Яхуб Алайов маком ба дойра наваз намуд. Дую онха бакоми Таджикистан ва ба дараҷаи баланд бардоштанд. Яке Яхуб Алайов, дигари Аминов, Амир Аминов. Дую онха аз ду тараф дойрачи буданд. Ҳар дуи онха дойрачи забардастанд. Яхуб Алайов ва Олечка ҷон бид ин тараф бид ман микрофон тиама ё سلامت باشید، عمری دراز بدید. من میکروفون رو به اولیچکی میدم که آنها یعقوب اکی نقد میشناسند. خانه آنها درام برامد داشتند. با مادری آن کس کار میکرد. من همه سخن باشم. خوش آمدید. Добрый вечер всем. Я хочу воспользоваться этим правом, что у меня сейчас микрофон, и выразить свои самые глубокие соболезнования Цудберточке, Лорочке, Наташе, Пулату, всем родным и близким покойного дядяшеньки. Ведь все мое детство, юность связано с этими воспоминаниями, потому что они были очень частыми гостями в доме моих родителей. Был такой эпизод, мне было где-то лет 15-16, я дома убирала, и я всегда пела песни. И я напевала мелодию песни «Сайора». И в это время дядяша зашел к нам домой. Он спрятался за дверью, но я просто пела мелодию без слов. И он, когда я закончила, он так громко стал хлопать в свои ладони и стал говорить: «А почему ты только мелодию поешь? Ты что, не знаешь слова?» Я говорю: «Нет, не знаю». И он говорит: «Барну апэ, сухано шутэй бдухтурто, хона амяшуле». И вот сегодня в память покойного нашего дядяши я хочу спеть эту песню. Saidam khyabiye sayyar ikan miyde saidam khyabiye Oh.
рахматку не дадешь. Слава Богу, ой, достойный азиз.